Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях ветеран футбольного клубу «Дніпро», капітан команди середини 90-х років, зараз футбольний функціонер і фахівець Андрій Полунін. Вітаю, Андрію. Добрий день. Сьогодні поговоримо і про минуле, і про те, чим займаєтеся зараз. От розкажіть, будь ласка, як розпочинався ваш шлях у спорті, у футболі? Ну, в 10 лет меня брат, было объявление в школе, где я учился, в средней школе 52, на Живомосере, Тополь, объявление, набор детей в секцию футбола. Игорь Леонидович Ветрогонов, это мой тренер, который меня воспитал, он набирал как раз эту группу. И брат меня отвел в секцию, там, на стадион, в школу. И с того момента я начал заниматься футболом, и, в принципе, все годы, сначала Днепр-75 это было до 7 класса, а потом Игорь Леонидович перешел в интернат работать. И я вместе с 7 человек, у нас еще ребят перешло с ним работать. Ну и так закончил интернат. И, ну, такое начало было футбола. Ну, знаючи про успіхи Ігоря Леонтьовича Ветрогонова, вам, ймовірно, пощастило, що саме він тренував вас, він був вашим дитячим тренером. І з вашої команди дуже багато стало вихованців, які стали професійними гравцями, так? Да, я вважаю, що це мені повезло і ребятам, які були зі мною 71-го року, дуже сильно, тому що я вважаю, це один із найкращих дитячих тренерів в СССР був на той момент і залишався потім, коли Україна була. Потому что у него очень большая плеяда воспитанников, которые и Литовченко, и Протасов. Ну, у него больше 60-70 человек, которые играли в командах мастеров. Ну и так же само, если брать наш класс, 71-й год, это и Сережа Дерявка, Сережа Соловьев, Володя Кныш, Денис Филимонов, Могильный, Славик. Ну, это все, Гальмаков, Сережа, они в России играли. То есть, ну, у нас 7 человек играло в командах мастеров, я считаю, это для детского тренера это громадный успех, потому что, ну, если 1-2 человека заигрывает из группы, то у него заиграло 7 человек. Ну и, в принципе, в каждом выпуске у него кто-то из ребят всегда играл. Поэтому я считаю, это, ну, великий тренер. И недаром он получил заслуженного тренера України. І... А в чому особливості виховання Ігоря Леонтьовича? От він техніку ставив, тактику, там фізподготовку. От особливості виховання Ветрогонова? Ну, діло в тому, що він не упускав нічого. Він починає з психології, починає, він слідив за всім, як ми вчились в школі, тому що він вважав, це дисциплінує, це дуже важливо. Він завжди смотрел, какие мы оценки получаем, какое поведение у нас было. Ну, а также, конечно, он очень много уделял в тренировочном процессе технике. Он очень ставил хорошую технику. Ну, и самое главное то, что у него очень было видно, это что он старался подбирать ребят не по антропометрии, то есть физических данным, а он смотрел на голову, ну, то есть он называл светлая голова, то есть чтобы человек был умненький, техничный, и вот на это он делал акцент, ну и остальные качества, конечно, развивал. Ну, естественно, он очень хорошо работал именно техникой, то есть он... Все то, что весь арсенал, который нужен футболисту, в принципе, он нас обучал этому. Ну, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но, в принципе, я считаю, это основной акцент, потому что техника, она залаживается в детстве, физическую, как бы, антропометрия и физические данные можно как-то подтянуть уже в более старшем возрасте, а вот именно техника, понимание игры, он учил нас, как играть. Ему очень нравился спартаковский футбол в то время, и он даже где-то акцент больше на этот футбол делал. Ну, ну так и, наверное, и получились из нас футболисты, но и всегда... Как зараз играет Барселона. Да, да, но еще он очень важный акцент делал на то, чтобы мы были людьми. Очень важно, это у нас до сих пор традиция, мы каждые 5 лет собираемся выпуском. Ну а так, те, кто ребята живут в Днепропетровске, мы собираемся вот зимой в межсезонье. В этом году летом собирались, 30 лет было выпуска, мы все вместе собирались, поэтому, ну, и прежде всего, мы как коллектив очень дружны, и учителей не забываем, и кто с нами учился, всегда встречаемся и общаемся. Для багатьох дуже складно от, проходить перехід з дитячого у дорослий футбол. От, як це було у вас?
Ну, у кого-то раньше это действительно происходит. Кто был более физически крепче, Сережа Дерявко, там, Рома Мелешко был у нас также, Сережа Гальмаков, то они раньше, Леша Сосько, они раньше попали в 16-17 лет, уже были в дубле, они уже тогда даже привлекались и за первую команду. Я, если брать лично по мне, то очень хорошо, что был тогда создан жизником немцы «Днепр-2», которым был Александр Петрович Лысенко тренером и Стрижевский Владимир Сергеевич. И это была очень хорошая школа, потому что действительно для всех ребят такой переходной период, там 17 лет, не все попадают сразу в команду. А был Днепр-2, который играл на первенство области. Мы тогда выиграли, стали чемпионами области по-взрослым. И лучшие привлекались за дубль. И такой он был как бы плавный переход. Днепр-2, дубль. И потом уже где-то в 20 лет я уже... В последньому чемпіонаті СССР там дебютував. Да. Так, пам'ятаєте свій перший матч на професійному рівні? Ну так, да, я пам'ятаю, в вищій лігі ця гра була проти Локомотива в Москві, я вийшов на заміну. Це було, до речі, 30 жовтня 1991 року. Наверно, да. Я сейчас уже не помню дату, но это точно было в Москве с «Локомотивом». Коля Кудрицкий, покойный, забил 2 гола тогда, это я точно помню. Выиграли мы 2-0, для меня было приятно. Молодой парень первый раз вышел на замену, и команда выиграла. Море эмоций было. Вам пощастило, да, в чемпионате, в останньому чемпионате. Да, да, по-моему, 2 игры я сыграл еще с «Пахтакором». Я, по-моему, еще сыграл, то есть успел сыграть в последнем чемпионате СССР. Да. Ви провели 6 сезонів у складі Дніпра з 1991 по 96 рік. Який сезон запам'ятався найбільше? Срібний з відтінком золота 92-93? Ну, мабуть, він запам'ятався більше. Чи 94-95, коли бронза була і фінал Кубка? Ні, ну, мабуть, все-таки перший чемпіонат дуже добре запам'ятався, тому що все-таки він такий перехідний був, і ми там... 92-й рік. Да, в Запорожжі ми тоді бронзові медалі шахтерам розігрували, ми друге місце у себе в групі зайняли, грали таку стикову гру за... третье место, и выиграли у «Шахтера». Ну, я не могу выделить как бы какой-то чемпионат. Обидно просто второй чемпионат, когда мы реально были, ну, я думаю, мы были сильнее на тот момент и по игре, набрали одинаковое количество очков, но там был регламент по забитым и пропущенным. Как бы были разговоры, может быть, провести еще дополнительный матч, но это все-таки осталось, и киевляне стали в связи с тем, что у них была лучшая разница забитых и промышленных мячей, чемпионами. Ну, а мы, я думаю, сами упустили где-то тут, как бы, надо себя где-то винить, потому что у нас было пару игр во втором круге с Кривбасом дома, в ничью сыграли, и Металлисту проиграли на выезде. Такая была ключевая игра для нас. Хотя мы там по игре вроде бы должны были выигрывать, было, но свои моменты не забили и пропустили. От багато різного кажуть про сезон 92-93 і кажуть те, що Федерація футболу з подачі Григорія Суркіса там переписали регламент на користь київського «Динамо». Тобто не враховували матчі між собою, по яким у Дніпра був кращий показник, а за різницею забитих і пропущених. Так було, чи це все чутки? Ну, смотрите, ми були футболістами, тим більше дуже молодими футболістами по 21. Ми займалися своїм любимим ділом, грали в футбол, а то, що там... Ми тоді навіть і не знали, впрочем, тоді це зараз доступно дуже все в інтернеті, більше інформації є. На той момент ми навіть і не знали, як це було, і правда це, неправда. Я, чесно, не пам'ятаю, міняли тоді регламент. Якщо міняли, може і міняли, але... я же говорю, я склонен к тому, что мы сами должны были своими силами, просто одно очко нам не хватило, выиграть надо было, или в ничью хотя бы сыграть с «Металлистом», или у «Кривбаса» выиграть, и мы тогда стали чемпионы, и не было бы разговора об регламенте. Ну, а как произошло, так произошло. Просто обидно, что то поколение, которое было, что мы не смогли стать чемпионом, это действительно обидно, потому что все время рядом были, там много лет занимали второе, третье место, в финале Кубка играли, но все было рядом, но такого глобального результата не получилось сделать. Хотя команда была хорошая, и период еще был хороший при штанге, так же само, тоже команда была шикарная, хорошая, ну тоже. Ви трошки випередили наступне питання. У вас є срібло, є 4 бронзи, і кілька разів доходили до кубкових фіналів. От поміняли би всі ці нагороди на одне золото?
Ну, три бронзы точно поменял. Одну бы ставил бы бронзу и серебро бы ставил, потому что они памятны. Первая бронза очень памятная, первый чемпионат Украины. Второе серебро, хоть мы не стали чемпионом. А три остальные бронзы, наверное, поменял бы с удовольствием, потому что все-таки чемпионом бы тоже хотелось, как бы Днепр не был чемпионом, тогда бы вошло в историю, действительно, что мы были в чемпионатах Украины, так, команда, которая первый раз для Днепропетровска привела к чемпионству. Обидно чуть-чуть. Ви згодні з висловлюванням «перемога любою ціною»? Ні, не склонен. Не склонен. Я отношусь тобто, більше. Тобто фейерплей повинен да, бути да, у спорті? Так, фейерплей должен бути. І я більше люблю, щоб це було більше футбольне. Тобто я розумію, що зараз футбол движеться в направлінні тактичного багато, але я привык играть более в такой техничный, комбинационный футбол и всегда приветствую те команды, которые играют в такой футбол. После Днепра были киевские ЦСКА, Криворізький Кривбас. Чем запомнился этот период? Ну, это был период как раз, когда получилось так тогда, что когда Штанге уходил, мы перешли, тоже нас 7 или 8 человек перешло в киевские ЦСКА, но в что-то там не получилось по организационным моментам, я не знаю, в чем причина. В Днепре теж тоді зміна покоління зміна тренерів. Зміна спонсоров була тоді, да. Как раз только Приватбанк приходил, но на тот момент, когда мы уходили, еще тогда это были только разговоры, конкретики не было, и мы перешли туда, но там что-то не срослось, и получилось, всех тех игроков, которые перешли, начали те люди, которые спонсировали нас до этого, продавать в зарубежные клубы с помощью Бернштанг. И тогда Витя, первый скрипник, уехал, у него получилось сразу, он вернулся в Днепр, по-моему, сыграл там 3 игры и уехал в Бремен. А у меня сложилось чуть по-другому, потому что тоже самая история, но я ездил на просмотры, но никак не могли договориться. То сумма не устраивала, то еще, то, может быть, мои какие-то игровые качества не устраивали, потому что я очень много клубов объехал, и в Швейцарии, и в Австрии был, и в Голландии был, и в Герте Берлин был. То есть я, по-моему, 4 или 5 клубов объехал. Ну а потом уже, когда я перешел в Карпаты, это тоже я играл точно так же полгода в аренде. Я ходил по арендам, но в это время ездил на просмотры. И съездил в Нюрнберг, там 2 дня буквально просмотра было, и договорились, и летом я тогда уже... Перед Нюрнбергом у 1998 році ви разом з львівськими Карпатами здобули бронзу чемпіонату України. Ви були одним з тих, хто подарував біло-зеленим справжнє свято футболу. Це найвище досягнення Карпат в українському футболі. От досі залишається. Да. Ну, це дуже приємний період. Був дуже приємний період. Чому? Тому що дуже було багато ребят, з якими ми грали тут, в Дніпрі. Это и Володя Шаран, и Саша Евтушок, и Сережа Мизин, Поляница Саша, Ковалец Сережа, Ваня Гецко. То есть очень такой подобрался дружный коллектив, хороший, сплоченный. Мирон Богданович Маркевич был тренером. Ну, так он завел у нас этой идеей, что... Ну, Львов реально может занять 3-е место, и тогда это было подкреплено и финансовой стороной очень хорошей, ну и футболисты были соответственно уровня, и получилось добиться той цели, которую на тот момент это была, я думаю, максимальная цель, которую могли Карпаты осуществить, и в принципе ту задачу, которую ставили перед нами, мы ее выполнили, и ну, тоже очень приятный период, потому что действительно тогда эмоции во Львове ну, просто были огромные, полный стадион, там мы с Динамо Киевом играли, обыграли Динамо Киева, я сейчас помню, полный стадион. Шикарная обстановка была, нас уважали, любили болельщики, ну, это приятно. Вот мы собирались на 10 лет вот этого празднования десятилетия, и вот собирались на 20-летие тоже во Львове, и также играли матч на стадионе «Украина», приходили болельщики. Ну, очень приятно вспоминать тот период. Головне, що була чудова гра. Да. Ви провели 9 матчів у складі національної збірної команди України. Які відчуття, коли надягаєш форму першої команди країни? От, які відчуття у вас? Ну, ощущения хорошие, приятные. Почему? Потому что ты всю жизнь тренируешься, играешь, добиваешься
каких-то целей, ставишь перед собой цели. Но я думаю, для каждого футболиста есть такая цель максимальная, одна из максимальных целей – это попасть в сборную Украины, сыграть за нее, если есть возможность даже забить гол. Вы, до речі, забили в барі італійцям. Да, получилось такое, да, была игра отборочная. Переграли воротаря Ювентуса Анджело Перуці. Да, да, тогда была у них такая хорошая очень команда, очень... Такие футболисты, и Дель Пьеро играл, и Раванелли, и Мальдини играл, Перуци играл, да. Очень хорошая команда была. Вдвойне приятно, что получилось забить Италии гол. Даже мы вели 1-0 в первом тайме. Ну, на тот момент было тяжело тягаться, поэтому пропустили потом во втором тайме. Но воспоминания очень хорошие, и все игры, которые за сборную. Дебют у меня состоялся в Минске. Мы играли просто в сборной Белоруссии, и приятно вспоминать, что... посчастливилось сыграть в одной команде с Кузнецовым, Михайличенко и Протасовым. Они тогда еще бы играли, действующими футболистами были. Они приехали и тоже играли эту игру. И, ну, я считаю, что это для меня приятный такой момент, что такими футболистами посчастливилось сыграть за сборную Украины. Про международную карьеру вы провели сезон у Нюрнбергу. До речи, хороший сезон, 16 матчей, 2 голи. От что не склалось у Нюрнбергу и взагалі чем запам'яталася Бундесліга? Ну, Бундеслига – это очень, конечно, интересный этап, период, который был в моей карьере. Все начиналось у меня прекрасно. Я приехал, подписал контракт, и сразу тот тренер меня брал, Магат, но перед сезоном произошли какие-то разногласия с руководством, и его заменил Фридель. Не Фридель Радуш, а сейчас я уже сейчас… А потом Фридель Рауш. Ну, проблемы у меня с Фриделем Раушем начались. А перед этим был тренер, который мне полностью доверял. Я играл, вот это я сыграл, по-моему, в первом круге, по-моему, 14 или 15 игр. Во втором только две игры сыграл, потому что поменялся тренер. И когда поменялся тренер, то начались проблемы. Ну, он привел новых футболистов. Ну, это сейчас, в принципе, у нас это... есть проблема, то есть приходит новый тренер, говорит, что ему какие-то футболисты не подходят, и приглашает футболистам, которым он больше доверяет, которые ему нравятся. Ну, у меня также в межсезонье поменялся у нас в связи с тем, что мы были внизу турнирной таблицы, тренер поменялся, и он как бы... ну, меньше начал рассчитывать на меня, хотя потом пару игр я во втором круге все-таки сыграл. Ну и чем запомнилась Бундеслига? Ну, эмоции, полные стадионы, уровень очень высокий. Жизнь, ты только думаешь о футболе, в принципе, никаких таких там в клубе, все вопросы твои решали, поэтому как бы очень приятно было играть там. Я год только сыграл в Нюрнберге, потом год сыграл в Сан-Пауле, перешел в аренду в связи с этими проблемами, пошел играть в Сан-Пауле. Вилли Раймонд просто, вот тренер второй, который у меня был, Вилли Раймонд был, он перешел в Сан-Пауле главным тренером, и он меня забрал с собой туда, я перешел в аренду. А, до речі, який рівень у другої Бундесліги? Ви пограли у другій, у регіональній Бундесліги, да. Потім за клуб Ротвайс, Зесена. Да. От який там рівень? Ну, если брать, то все-таки Бундеслиги уровень и второй Бундеслиги отличаются. Во второй Бундеслиге уже более силовой футбол, атлетичный футбол. Там бойцы выходят очень серьезно. В Бундеслиге команды все-таки больше играют и играют, ну, в хороший футбол, потому что очень много иностранцев там. И, ну, действительно, команды очень сильные. На тот момент это Бавария чего только стоила, как раз этот период, когда они Динамо Киевом играли тогда в полуфинале. И чем запомнился Сан-Паули, Гамбург? Сан-Паули, ну, мне очень понравилось там, потому что я сыграл, в принципе, 30 игр за сезон. Памятно было, что я играл в одной команде с Юрием Савичем, олимпийским чемпионом, который забил решающий гол на Олимпиаде. 88-го року. Да, 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 в Сеуле. От ми вместе були. Він, правда, вже тоді мало грав, тому що у нього травми були. Но очень приятно, он мне очень помогал, потому что я приехал в большой город, все-таки такой 4-миллионный город огромный, он мне помогал. Ну, тоже было
Хорошая обстановка, хорошая команда. Приятно. Болевальники потужно. Болельщики действительно, да. Болельщики там очень действительно хорошие, они впечатляющие. Там не играют результаты. Как, на каком ты месте, там какие-то. Там всегда приходит полный стадион на все игры и всегда тебя поддерживают. То есть там действительно есть как футболисты-любимцы публики. То есть они всегда тебя поддерживают, всегда. Последняя игра сезона с нас, после последней игры чемпионата, с нас всех форму сняли просто-напросто. Никто в сахме остались или в подштанниках, а так. Очень впечатляюча обстановка. Забрали болівальники на пам'ять. Да. Повністю, да, форму забрали у всіх футболістів. Потім ви хотіли повернутися до Нюрнберга, щоб знову потрапити до Бундесліги, але знову там не склалося, так? І ви потрапили в Ротвайс. От чим цей клуб Зесена запам'ятався? Ротвайс Есен, такой, как говорят, клуб в Германии, он, как называется, традиционный клуб. Это команда была и чемпионом, и Кубок Германии выиграла в 60-е годы. Поэтому это считается клуб такой именитый. И всегда в нем, где бы они ни играли, ставятся цели. То есть, если есть финансирование. И в тот момент меня пригласили, что цель стояла повыситься в классе. То есть, тоже там футболистов пригласили. Я в связи с тем, что я, вернувшись в Нюрнберг, рассчитывал на то, что там сменится тренер, и я обратно останусь, потому что у меня трехлетний контракт был. Изменений не было, и я просто, мне поступило предложение поехать туда. Я думаю, я буду лучше играть, чем сидеть. Для меня всегда была принципиальная позиция в том, что футболист, тем более уже когда около 30 лет, надо играть, максимально играть, потому что просто сидеть, это для меня это, я считаю, неправильно. И я поехал туда, у меня был контракт на 2 года, я его полностью отыграл, этот контракт там. Тоже хороший город, хорошая обстановка, тоже болельщики тоже очень, хотя, казалось бы, это уже региональная лига, но болельщиков приходило там 7-10 тысяч на стадион, поддерживали. Теж хороше час, скажімо так. У 2002 році ви повернулися до рідного Дніпра. Було ще бажання так пограти за Дніпро, і пограли, кілька матчів провели, але вже молода плеяда на той момент грала у команді. Назаренко, Шилаєв, Ротань, Костишин. От коли прийняли рішення повісити буци на цвях? Ймовірно, коли вже травми? Діло в тому, що я коли повернувся, дійсно все було, я хотів ще поіграти в Дніпрі, все, Євгеній Мефодіч предложив, я приїхав, все було отлично. Начало сезону теж почали, грали більш-менш нормально, але я отримав травму. Уже тогда. И пока восстанавливался, команда играла, само собой, понятно. Но травма мне не позволяла все равно играть в полную силу. Я больше времени лечился, чем играл на тот момент. А действительно, тогда заиграли и Ротань, и Назаренко, Венглинский, Костышин, Шилаев. Все ребята. Русал Андрей заиграл. Дима Михайленко тогда тоже вернулся. Как раз тоже. Дима Михайленко. У вас травмы, кілька операций. Да. А потом пошли операции. У меня мениск потом. Хрящ разрушился и крестообразная связка, и я просто лечился весь этот период, а потом, когда последнюю операцию сделал, уже понял, потому что это все было на одном колене, и уже чисто психологически мне 32 года было. После завершения карьеры футболиста дуже непросто знайти себе, так? Вот как у вас відбулося повернення у футбол? Тоже так же тяжело, как и у всех, потому что когда я закончил играть, я 4 года был дома, жил обычной жизнью. Ходил в мини-футбол, играл. Обычной жизнью, как все люди. Но потом поступило мне предложение в конце 97-го года пойти в селекционную службу Кривбаса. 2007 года, да. Олег Анатольевич Таран позвонил, предложил пойти поработать к нему в Кривбас, в селекционную службу Кривбаса. Я согласился с удовольствием. И полгода отработал у него, мне позвонили с Ахтырки, а команда Ахтырка на тот момент вышла в высшую лигу чемпионата Украины и предложили прийти с спортивным директором работать. А чем отличается работа тренера-селекционера и спортивного директора?
Чи тут, ну, в принципі, теж є якесь поєднання? Ні, це десь поєднання, просто, наверное, селекційна служба, вона якраз і підчиняється спортивному директору, тобто він якби зверху курирує цю службу. Тобто директор все курирує? Ну, спортивний директор, це направлення, він курирує, тому що селекція, да, ну, тобто контакт з головним тренером, селекційною службою, тобто всі ці поиски ігроків, наверное, так же само, як входять і в селекційну службу, так і спортивний директор цими питаннями займається, курірують. Ну і ще все залежить від того, що які задачі ставить руководство, тому що вона може бути різна, організація зборів, може бути і ігор каких-то, навіть там і товариських ігор. Ну, дуже великий круг питань. Не було бажання попрацювати тренером? І зараз не залишається таке бажання? Ну, в той момент, коли я був без роботи, воно було. Але справа в тому, що я почав з селекційної служби, потім з спортивним директором. Ну, я проработав півгода тільки з спортивним директором. І у нас там помінялася структура. І 12 років я відпрацював директором футбольного клубу в Ахтирці. Ну, як би я вже в це втягнувся. В принципі, як би більше я займався адміністративною роботою в Ахтирці, ніж тренерством. Хоча, понятно, як бувший футболіст, я якогось участя, мабуть, приймав, там, коли головний тренер спрашував мій совет, я мог завжди своє мнение висказати, якщо його інтересувало. Ну, а більше займався вже. Ну, а зараз, як би, зная, що я займався цим 12 років, ну, в принципі, ко мені не поступало предложення по тренерству, тому в даний момент я знаходжусь і працюю в селекційній службі СК «Дніпро-1». Мене пригласили Андрій Анатолійович Русал і Дмитрий Станіславович Михайленко в августі місяці, тому що новий клуб, і як би не було селекційної служби, пригласили поработати. Я з удовольствием відкликнувся на це предложення і стараюсь допомогти, чим можу. От поговоримо про проблеми українського футболу. Чому у нас таке трапляється, от що клуби з такою історією, як Дніпро, на жаль, припиняють своє існування? Те ж саме відбулося і з «Нафтовиком» з Ахтирки. На вашу думку? Ну, тяжело сказать, потому что, в принципе, если возьмем ну, Россию, да, то там очень основная масса клубов, они за счет бюджета финансируются, то у нас все практически клубы, частники, если в каких-то городах там какая-то доля есть бюджетных денег, то она очень маленькая, там 10-20%, в принципе, частные деньги, но в связи с тем, что у нас нестабильная ситуация в стране, то все понимают, насколько это сложно сейчас в это время уделять и время, и находить средства для того, чтобы финансировать футбольные клубы. Поэтому в связи с этим, я думаю, те структуры, которые есть очень мощные, там финансовые, как у «Шахтера», у «Динамо» Киева, то, естественно, эти клубы и занимают ведущие позиции, потому что у них есть возможность покупать хороших футболистов, иностранцев, в частности. Наши клубы, конечно, скромнее, но тоже сейчас, допустим, у каждого свое направление. Карпаты выбрали тоже на иностранцев, но оно идет не очень успешно, это направление. Ворскла выбрала тоже похожее направление, тоже где-то есть у них проблемы. Та же «Заря» сделала акцент на наших футболистов, еще начиная с Верни Дуба, хотя у них отдельных иностранцев приглашали, но они это делали для чего? Александрия тоже. Да, да, Александрия. Виктор Скрипник пришел, что очень радует в наш чемпионат. Он, я знаю, мы общаемся, он очень хотел поработать в нашем чемпионате, получил сейчас шанс и, я считаю, очень успешно работает, потому что у него очень хорошая команда. Кстати, наши днепропетровских ребят, там 4 или 5 человек, молодежь, которая воспитывалась в нашей академии, и они очень прилично выглядят, потому что прошли уже школу и с Верни Дубом. Виктор пришел, поменял немножко тактическую схему игры, но команда очень показывает хороший и качественный футбол и радует. Также и Александрия тоже, да. Володя Шаран, он
И в первой лиге ищет, и во второй лиге ищет футболиста. Это уже Бухова нашел, Бондаренко они нашли защитника, которые играли в низших лигах и сами воспитали их. И ребята очень достойно выглядят. Поэтому, в принципе, Александрия без иностранцев, но команда тоже сейчас показывает очень приличный уровень. Их очень хорошо выглядит. В частности, даже в Еврокубках очень хорошо себя показал. В цьому і є селекційна робота. Знайти, конечно, конечно. Навіть у другій, у регіональній, да, лігі. Этот маленький бриллиант и обработать его, который того потом станет алмазом таким, который, да, найти. Или найти в детской школе, или своя детская школа воспитывает, которые доводят до этого уровня. Или найти футболистов, наверное, их очень много в нашей стране. В нашей стране много талантов. И просто надо следить, искать и находить. Но у нас одна из главных проблем – не вистачає инфраструктуры, не вистачає великих футбольных полів у кожному місті, у кожній області України. Не вистачає залів великих або манежів. І от в чому феномен того, що от збірна України у цьому році, у 2019-му, так гарно зіграла, а збірна U-20 взагалі стали чемпіонами світу? Чому феномен таких успіхів? Ну, наверное, все-таки, я считаю, тренерская работа, что в той сборной, что в той сборной. Петраков все-таки это очень опытный тренер, который уже не один десяток лет провел с молодежью, работая. И он провел очень хорошую селекционную работу, заразил ребят одной целью, которая, что он им внушил, что они могут этого добиться, и ребята... Ну, показали очень приличный футбол и, я считаю, выдающийся результат, потому что чемпионами мира стать в таком возрасте, в 20 лет, это, ну, это выдающийся результат, поэтому я считаю, Петраков добился максимального, что можно. А если брать первую сборную, безусловно, Шевченко, как тренеру, который молодой, он только начинал, было очень тяжело, у него практически не было опыта, но большой плюс Шевченко, то, что он взял к себе помощников итальянцев, испанцев, которые проработали уже не один десяток лет в топ-клубах, также в Милане проработали его помощники, которые имеют громадный опыт, они выигрывали Лигу чемпионов, поэтому они, я думаю, ему очень сильно помогли. И психологически как бы поддержали его в трудные моменты, когда первая отборочная, она прошла неудачно, эта стадия. И в тот же в селекционные моменты очень много, потому что все-таки сборная Шевченко провела как бы смену поколений, очень много ушло в старых футболистов, ну не старых, скажем так, тех футболистов, которые еще играют, но уже они ввели свежую кровь. Уже багато. Да, да, Малиновский, Зинченко, Яремчук, то есть тут много можно называть ребят. То есть у нас сборная, она обновилась там процентов на 80 по сравнению с тем, что была. И единой целью также их объединили, задачу. Атмосфера хорошая в коллективе. Ну и ребята дали максимальный результат. Еще плюс то, что наша молодежь, большинство уже играет в европейских клубах. А это уже другой менталитет. Они по-другому относятся. Они правильно себя ведут в быту. Они, ну, профессионалы, можно так сказать. И это видно по отношению, по тому, как они переживают за Украину, как они вместе дружны. Поэтому сейчас видно, что нет никаких группировок. Сборная, она делает один результат. Андрій, ваши поради от тим, хто бажає стати і мріє стати футболістом? Ну, первое, наверное, прежде всего надо любить эту игру, это самое главное. Второе, знаете, как говорят, таланта, наверное, там 10% всего, остальное это трудолюбие, работа, и надо всегда ставить цели себе какие-то в разные периоды жизни, их стараться добиваться. Если ты будешь идти и добиваться, то, я думаю, все у человека получится. Это как в любом деле, которым человек занимается. Если он ставит цели, отдается максимально, его ничего не отвлекает, то человек может добиться очень больших результатов. Андрій, і ваше побажання на завершення програми от всім вболівальникам дніпровського, українського футболу, всім, хто займається футболом, хто працює у футболі? Ну, болельщикам я хотел бы, конечно, пожелать побед их любимым команд, которые, за которые они болеют, если брать болельщиков Украины. Если брать болельщиков Днепра, Днепропетровска, то болеть за команду, которая сегодня есть на данный момент, это СК «Днепр-1», болеть за нее, потому что работают там
тренера, которые отыграли в нашем славном Днепре. И максимально ее поддерживать хотелось бы, чтобы на трибуны приходило как можно больше людей. Команда будет, я надеюсь, радовать их своей игрой и результатами. А если будут результаты и игра, то, я думаю, болельщики всегда придут и поддержат. Ну и, естественно, сборная. Это сейчас у нас финальная часть будет. Я думаю, все болельщики будут следить за игрой сборной. И все будут как минимум хотеть, чтобы она вышла с группы, но и прошла дальше максимально, куда сможет. Потому что сборная действительно хорошая. Группа у нас, я думаю, тоже можно из нее выходить. Мы это уже показали на примере в игре с Португалией, что мы можем играть с сильными сборными. Поэтому я желаю всем болельщикам в новом году всего самого наилучшего, побед и здоров'я. Бажаю вам удачі в вашій роботі. Спасибо. Дякую за те, що завітали, дякую за щирі відповіді. Спасибо. І на завершення програми наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.